Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортіку. Питання, давай ти згадаєш всі проекти, в яких ти приймав участь, де ти працював, ось з чого все це почалось. Ну так, хоча б щось таке, що насправді прилетіло в голову ось одразу. Давай. Начинав, наверное, після школьних всіх цих історій. Все-таки был связан с музыкой, потому как играл в духовом оркестре при Днепровской железной дороге. Ну, а дальше шоу местного разлива пока. Ага. Назви помнятаешь все? Не, ну это, скажем так, это приземленный уровень. Купил, отец помог с деньгами, купил оборудование, угу. Проводил свадьбы. Всякие алкогольные увеселительные заведения посещал, поэтому... Свадьбы, ведения шоу-программ. Дальше была Ялта, Спартак, действительно, шоу-бизнес, Иванушки Интернешнл, все остальное. То есть все, кто приезжал в Ялту, наша таможня открыла там, кто был в Ялте и помнит, был кинотеатр «Спартак», потом мы сделали ночной клуб «Спартак» и поехали. Это было очень дорогое заведение. То есть артисты после концерта в Ялте, им надо где-то хорошо покушать, попить, потанцевать. И, соответственно, Киркорову, Моисееву, Розенбаум, Любе и все остальное. Они приезжали к нам, я там был ведущий. И, соответственно, вот эта история. Ну, потом все-таки ушел в продажи. А в спорте как ты взагалі у футболе? Доходим. Зовсім такий бар'єр... Доходим. Угу. То есть это можно было сказать параллельно. У меня одноклассник Сережа Перхун, к сожалению, все знают, ушел от нас. Вот. То есть спорт был такой, вот он где-то рядышком шел, обычный болельщик, не фанат, не ультрас, просто обычный болельщик. И все равно ты всегда где-то был, и все время в голове где-то было, что-то нужно делать, что-то, ну, когда уже понимал, что такое микрофон. Ну, так. Да, была такая идея, и вот когда с менеджментом в продажах и промоушене закончилась политическая история, прилетел с Москвы, там был украинский филиал нашей компании, вот, занялся этой историей. Изначально думал, это будет радио, да, вот, потом мама моя где-то встретилась с ребятами, где-то о чем-то поговорила, вот позвони. Ну, вот, понятия не имел, что такое телевидение, абсолютно. То есть не телевизионный человек, и я понимаю, что MC на дискотеке или в шоу-программе. Это разные вещи. Да, конечно. Вот. И взялся за эту историю. То есть мне хотелось что-то не такое, что показывают по телевизору здесь и сейчас. Вот. Я не знал, куда вообще эта вся история завернет, как это все работает. То есть с маленькой камерой, мыльницей еще кассетной, начал ездить там на футбол, на меня смотрели как на идиота полного. То есть как я его показывал, как вообще этот формат. Формата никакого не было, что вижу, то пою, вот и все. Вот. То есть трибун снимал, меня били по рукам, там это нельзя. То есть я вообще не понимал, что такое... Как это правильно? Як це видати взагалі, так? Нет, як це оформити? Нет. Ну, що є запрет на зйомку. Ну, то есть, якщо в Україні ага. це ще как-то не обращали внимания, то на евроматчах, да, то есть, когда тебе там, да иди, ну, я приехал сюда, у меня было $20 своих, да, я там на бричках добирался там в эту Швецию или куда-нибудь, и мне расскажешь, что мне нельзя снимать, да сейчас. Заводили, выводили, отбирали кассеты, я подменял в кармане, у меня была такая куртка, я как сейчас помню, это с Аиком, со шведским мы играли, и все-таки меня эти security вывели, и я понимаю, меня ведут забирать у меня кассету. Ты не можешь ей отдать уже. Ну, ребят, я же говорю, я что, зря добирался в хостеле в этом на гамбургерах, то есть вот у тебя бюджет на поездку $100 максимум на 3 дня. Ну, и он ведет меня в эту комнату, то есть, и засовываешь руку, у тебя вторая кассета сменная, там меняешь, они, sorry. Нормальные схемы. Да, и получается, удалось поменять, то есть, они посмотрят матч Днепр-Мариуполь, а... Звичайно. Днепр-АИК Лига Европы, у тебя в кармане, ты ее везешь домой, показываешь, все хорошо. Ну, Днепр-Мариуполь кайфово. Я думаю, шведы прикололись этого всего, так что... Так, и теперь ты с цього не сможешь злізти, как ты вважаешь? Это уже не завжди? Это болячка. Это болячка миллиард раз. Ну, опять же, это же не бизнес, да. То есть те, кто занимается журналистикой, любой творческой журналистикой, то есть не по протоколу, ты пришел, тебе надо сделать какую-то новость, все остальное получил зарплату, и на этом все заканчивается. Это болячка. Очень много раз думал и думаю до сих пор,
а зачем оно тебе там? Вот. Но опять же, как бы не было тяжело, как бы не было где-то в каких-то местах, даже в отношениях противно, стартовый цветок, и все. Угу. Да? Ну, то есть пошла игра, и во время игры ты забываешь все. Ты начинаешь болеть, переживать, думать, как ты будешь. А на футбол ты смотришь по-другому. Иногда ты даже не оцениваешь саму игру, а ты уже начинаешь во время матча писать сюжет. И все равно после каждого матча ты приезжаешь, пересматриваешь его. Хотя я не сказал бы, что у меня программа какая-то глубокой аналитики. Я до сих пор плохо разбираюсь в футболе, я этого не скрываю. Ну, скоріше, це про емоції від футболу. І проект такий, і я живу футбольними емоціями. То есть, если там где-то какая-то тактика... Не, ну, звичайно, ясно, що вона що присутня. Да, так. То есть, ти где-то видиш все остальное, но все-таки на игре ти стараєшся смотреть по сторонам больше. Не всегда это получается, особенно сейчас, когда ну, жизнь заставляет там, искать больше проектов. Да? То есть это не так, как было раньше. Ты пришел, там, ну, как мне рассказывают старшие mm-hmm. коллеги, ты пришел там, на футбол, присутствие каналов, которых всего по телевизору 3-4, вот, и тебе мало то, что тебе редакция отправила, тебе еще сверху там дают 200, 300, 400, говорят, там такие суммы на то время заоблачные. То есть если бы сейчас платили такие деньги за сюжет, ну, я бы, наверное, на Майбахе приехал к вам. Вот, поэтому времена такие, приходится где-то набираться этой работы, ее много. І ну, кайфуєш уже, коли видалося вже, боже, Бог, скільки ну, 10 років, ти казав? Так, да, в цьому році 10 років. Тебе не стерся ще той ентузіазм робити це? Ну, скільки вже там тих випусків, скільки матчів ти бачив? Я зрозумів, це складно. Особливо в нашій історії, це складно придумувати щось цікаве, условно, на матчі, не знаю, там, Дніпро-Рух. Ну или, так, ты... Или в аматорском футболе. Ну вот поэтому ты и ищешь что-то такое, чтобы не просто за 3 минуты рассказать, кто на какие хвилини забив. Там, ищешь, придумываешь. Те же команды второй лиги аматорской, они, с ними более кайфово. Во-первых, они не напыщены. Во-вторых, ты их показываешь так, как ты показываешь матчи УПЛ. Тех же ребят, да, которые ноунеймы, по большому счету. Берем Скорук тот же. Вот. Мы с ними прошли... Типу, підхід одинаковий. Абсолютно. Абсолютно. Незалежно від рівня. Но с ними можно шутить. То есть там, где ты на УПЛ, и там можно шутить, да, но все-таки есть определенные рамочки, где ты стараешься не перескакивать. Вот. То есть с этими командами можно шутить, и это смотрится адекватно. Да? То есть, и это, ну, это благодарная публика. Поэтому с ними интересно. Слухай, ну футболісти, з якими ти зустрічаєшся і там вперше взагалі там камеру бачать, і ну, ти їх вмовляєш просто поспілкуватися, яка в них реакція частіше? Да, різна реакція. Слухай, ну ти ж сам спортивний журналіст, ти знаєш, що це таке. Береш в команді 25 чоловік. Вот. Ти за короткий срок, перша, друга, третя, четверта встреча, ти розумієш, где вот этот конфетний чоловік, у которого є реакція, яку ти можеш взяти, з яким ти можеш пошутити, а где угрюмий, да? Тобто, которому ну, неохота подходить самому, в принципі, да? Тобто, виграла команда, не виграла, неважно, подходиш там, ну, давай пару слов там. Все, то есть ты понимаешь, ты на следующий раз, даже если он хет-трик сделает, он сам тебе будет бежать. Все, ты его закрываешь. Потом, через время, там, пересматриваешь какие-то моменты. То есть это тоже надо чувствовать, когда можно взять, о чем можно поговорить. Бывают моменты, когда вот игра закончилась, и ты с этой командой уже много лет. Вот. Тебе самому просто неохота разговаривать. Ну, ты понимаешь это состояние? Ну, и, но все равно ты куда-то приехал, все равно у тебя есть зритель, который будет ждать, что ты что-то привезешь, и ты заставляешь, даже заставляешь себя. Обычно как журналисты там, да, он где-то посередине, он не должен быть эмоциональным. То есть он переехал на события, и он должен показать, рассказать. Нет, в моем случае все-таки эмоциями это очень, очень многое. И когда команда, за которую ты переживаешь, болеешь, там что-то идет не так, ты проигрываешь, или ее обижают. То есть тут вообще никакой журналистики не идет речь. Я не журналист в этом плане. То есть я буду... Если я увидел, что арбитр... То ты так и скажешь. Так и будет. Ой, там раньше, когда был помоложе,
там металлист, шахтер, то есть вся вот эта движуха. Ну, все понимают, о чем. Накидывал. Арбитраж я там давал. То есть сейчас смотришь, господи, детский сад, но это было так круто и атмосферно, что... Ну, вот ради того и живет эта история. То есть ты устаешь капитально. Вот. Но опять же, свисток арбитра. Побежали. Так. И все, и вот оно здесь. Ти коли в останній взагалі був вихідний? Щоб взагалі нічого не робив? Тоже інтересна історія. Якщо нет кубків, так, які обычно всі знають, да, середа, четвер, якщо нет кубка України, то по большому счету, коли ти здаєш, тому що робота в клубі і робота на телевидении у мене, ну, приблизительно 50 на 50. Угу. Я не ставив проект, кроме СК, у мене ще 5 команд, поэтому, ну, з усіма треба працювати, так? Ні, ну, СК это понятно, там я розумію. 24/7, а всі остальні просто інформаційне супроводження. Ти також віддаєшся там, також намагаєшся робити інтересні сюжети. Ні, ну так, щоб ти нічого не робив, наприклад, у відпустці. Ну, такого не буває. Ну, слушайте, телефон завжди, тебе можуть позвонити хто угодно в будь-який момент. Це плохо, це мішає... Серед ночі? Обичній житті, це дуже іноді робить великі проблеми, створює для тебе. Ну, це вже привичка, це таке... Ну, а літку був десь, хоч відпочив? Ні, я люблю путешествовать. Міжсезоння якесь буває в тебе? У футболістів буває, а у тих, хто працює? Ну, так, навіть коли футболісти на відпочинку, все одно, ну, це вже не я роблю, слава Богу. Да? Тобто, є, опять же, люди-фрілансери, у нас там додався відділ маркетинга, яким ти просто рекомендуєш теж зі своєї сторони. Вот, люди, з одної сторони, футбольні, з іншої сторони, для них теж щось нове, ти просто підказуєш, що робити. Ну, чтобы вот на вот это хотя бы уже не отвлекаться, потому что в любом случае хочется иногда перезагрузить голову, это очень тяжело. Вот, и они уже там, ага, там долбик на курорте, там фотку какую-то прикольную, там этот там поехал в детскую школу тоже инфопола, да. Вот, и ну, мониторинг видно. Мониторинг, конечно, он есть, и ну, работа, даже когда они в отпуске, работа идет, но... Я также стараюсь и люблю путешествовать. Сейчас, к сожалению, это вся история. Я перевился для того, чтобы иметь паспорт, по большому счету. И говорят, легче переносится, если вдруг что. Ну, посмотрим. Спортивна журналістика регіональна, вона мертва чи жива? Больная тема, я знаю, на меня многие из моих коллег обидятся, но... Я не. Я з тобою, я скоріше за все буду з тобою згоден. Скоріше всього, вона ушла, і люди, які та на будь-яка журналістика, ні, ну, скажімо так, ті, які роблять новини політичні, це завжди завжди там цікаво і дивляться, тому що ми політизоване все-таки общество, і ці люди, вони завжди будуть мати свій хліб. Да? Спортивна журналістика, к сожалению, вона все-таки більше мертва, тому що нет контента, работает в основном старая гвардия. Я не причисляю себя к молодым, вот, но я еще как-то, мне так кажется, если посмотреть там какие-то просмотры и все остальное, и тот формат, который у меня, он не новостной, а больше все-таки развлекательный. Так, ну, ты вот, поэтому, дивишься совсем по-иншему. К сожалению, в формате, может быть, интервью, есть у нас некоторые проекты, это интересно, это нужно, но люди уже привыкли смотреть что-то яркое, что-то динамичное, даже в интервью. Вот. Но у нас, к сожалению, как в 95, я не буду говорить все, в 95 случаях вот, то, что было на УТ-1 там, или на Днепропетровске, продолжает жить. Оно продолжает жить, это ляпается, ляп-ляп-ляп, то есть забить чем-то эфир, не особо морочиться на монтаже, а это важно, да, потому что ты же тоже понимаешь, да, что с обычного интервью можно сделать абсолютно три разные истории. Вот. Я сделал, я выдал, я получил зарплату, зарплаты очень маленькие, поэтому тут круг. То есть для того, чтобы что-то... Чьей тебе... мотивации, по сути, да, у людей для того, чтобы тебе кто-то что-то заплатил, надо сделать что-то интересное, чтобы это посмотрели. Вот, к сожалению, у нас в основном люди ходят просто на работу. А загалом в Украине, як вважаешь? Ну, в Украине тоже, вот посмотрите сейчас блогеры футбольные, да? Как только скинули вот эти оковы редакции, там, про футбол и все остальное, посмотрите, как они выстроили. Трендец.
трындец, да. Mm-hmm. То есть Дима в профутболе, он был на вторых ролях, он больше был редактором, он... А сейчас он первый, он топ. Так, а он повторил за Красавой, да, но mm-hmm. в Украине он первый, он топ. И таких проектов очень много. То есть люди лишены там вот этого, это телевизор. Mm-hmm. Вау, вот это нельзя сказать, вот это вот. Пожалуйста, YouTube. И он пошел, и все. И про футбол где сейчас? Ну так. Классная история. Вопросов нет. Но это дорого. Вот эту красивую картинку, это дорого. Так же самое футбол 1, футбол 2, футбол 3. Они уползают в интернет с запозданием. Но они понимают, что телевизор все. Телевизор закончился. Практически закончился. Так, глядач хоче частіше і швидше. Вони не хочуть чекати кінець тижня, щоб подивитись. В любой момент. Так, я хочу телевидение зараз. Живет только из-за того, и все равно это временная история, только из-за того, что вот право доступа, лицензия, я имею в виду футбольная, да, отсняли матч, без камер все равно, ты же на телефон футбол не посмотришь, ну, с повторами, со всем остальным, вот тебе живые интервью сразу, вот это еще держит. А сюжетная линия и все остальное, это можно сделать позже. Это можно сделать качественнее, это можно завернуть в такую обложку, ну, это, чтобы это смотрелось. Даже самая банальная история. Поэтому, возвращаясь к своей истории, там, Скорут, Никополь, Перемога, команды второй лиги, но иногда, когда есть время натхнения, кроме обычного новостного потока, можно сделать там, какую-то конфету. Пулю. Видати, так. Да, играет Днепр-Шахтер, посмотрела 2000, почему мэр Томаковки мешает строительству стадиона в Томаковке, посмотрела 20 тысяч, потому что там слово мэр, потому что политика. Гроші, да. Ага. Вот и все. Слухай, ты никогда, я так зрозумів, что не був у фанатских движухах, не ультрас, ось такого формату, ты не входив в групування ніяк? Нет. Але ти досить тісно, мабуть, що застікався з ними, якось так працював, так? Ну, изначально же проект назывался «По ту сторону поля», так. Но он не был заточен под фанатов. То есть мне была интересна эта история, мне была интересна эта субкультура и, ну, до определенного момента, когда, ну, нельзя показывать одно и то же все время. Угу. Вот. И я, ну, точно не фанат и не ультрас, я обычный болельщик. Но когда посмотрел... Как люди ездят, что они делают, как они фанатеют, какие моменты. Я же тоже не все видел, да, и, может быть, мне не все было интересно. То есть вот эти фишки там с хулсами, драки так, по лесам так. И все остальное, ну, мне это мало интересно, да. То есть придумали себе вот такую забаву, пожалуйста. То их справа, питань нема? Нет, вопросов. А вот именно боление с таким... андеграундом и все остальное, то есть, ну, это круто, почему, потому что они разные, то есть, есть люди богатые, есть люди бедные, то есть, когда этот заводчанин там работает полгода, чтобы заработать себе на поездку, ну, Варшава это пик, да, а так. На любой выезд, Италия, Швеция, там, Греция, все остальное, это стоит больших затрат и эмоциональных для человека, и финансовых. И когда он там, на стадионе, со своей командой, то есть рвет глотку, барабаны, фаера, все остальное, драки надо тоже там на уровне фанатов возле стадиона. Ну, круто. Я не был работником клуба. Я тобі хочу сказати, що деякі так вважали, що ти працюєш на клубі. Ніколи не був... Тому і питання таке виникло. Не працював у футбольному клубі Дніпр, то есть... Тому звідки ля такі питання до тебе, так? Можуть виникати. Вот. І, ну, я кайфанув. Я пам'ятаю, коли теж приїхав, там ребята з фан-сектора, вау, типа, клас. Ну, прикольно, ми зробили хороші речі. Я, як мог, старався все-таки показати, як раніше о фанатах думали, да? Вот, хулиганьё, там, дерётся, пьёт, наркоманы и всё остальное. Ну, нет, это далеко не так. Якийсь деклассованный элемент. Да. Вот, и как раз программа уже пошла набирать, когда вот именно нужно было ещё, раньше фанаты, закрытая каста, там, чтобы, не дай бог, там с нами в марше не прошли, там, Кузьмичи или всё остальное. А когда нужно было уже объединяться всем, да, по всем известным причинам. Ну, просто на сектор... Ну, потрапити не просто. Девочки так. Направо, малолетки налево, от ми такі, круто. Ну, а ти спілкуєшся з кимось із фанатського руху, саме ФК Дніпро? Ну, або з тобою хтось там бачиться і
Ой, так, ну смотря с кем по-разному. То есть есть люди, которые категорически не принимают то, что я сейчас работаю в спортивном клубе Днепродет. Что это моя работа. Да? Объясню почему. 3 года, 3,5 Днепр-1 – это моя работа. Для меня главнее всего там люди. Я могу на себя сейчас опять же с разных сторон. Я разумею. Это люди. И в данном случае я уже не особо обращаю внимание там, на эмблемы и на все остальное. За 3,5 года я ни разу не сказал, не поцеловал и все остальное. Я болею за людей, прежде всего, работающих в футболе, играющих в этой команде. Да? В Днепре было по-другому. В Днепре было совсем по-другому. Я там не работал. Ага. Вот, ну, опять же, и программа была заточена больше под Днепр и под все, что с ним связано. И я тех же болельщиков, которые команда проигрывает, они поднимаются, уходят там за 5 минут. Вот я мог себе позволить, ребята, это наша команда, это наш город, куда вы идете? Да? Вы же когда покупаете билет, там же не написано, что Днепр должен обыграть Металлист 2-0. Ну, да? То есть и в радости, и в печали. Все верно. То есть я любил и продолжаю любить именно футбольный клуб Днепр. Он один, и это уже не отнять. Все остальное после Варшавы, все. Эмоции есть, но они не такие. И они для меня сейчас распределились, опять же, фанат, он смотрит по-своему. Вот как люди приходят и говорят, слушай, вот ты там показал, там, Кривбас вот так, потом Скорук. Как? Я говорю, пацаны, просто. Потому что они, ты сначала классно сделал сюжет про, условно, Кривбас, а потом ты сделал классный сюжет про ВПК. А потом они вместе играют. Он говорит, как? Я говорю, очень просто. Есть эпизод. И там, и там, и там, и там у тебя масса друзей за столько лет. И ты уже болеешь не за эмблему, не за клуб, а ты болеешь за человека. Обыграл в этом эпизоде футболист Кривбаса, мой товарищ, просунул там, да, в домик. Ты порадовался. Через 5 минут все произошло наоборот, ты порадовался уже за другого. А там на поле пусть разбирается, кто сильнее, тот и выиграл. Да? Там есть еще другие моменты, когда там... Ну, поэтому... Нет такого, что ты заточен сейчас, ты болеешь за Днепр, за футбольный клуб Днепр, или ты живешь воспоминаниями, надеждами, что будет какой-то алгоритм все-таки найден, хотя очень сложно все это. Вот. Все остальное – работа с скрапливанием эмоций в тот или иной момент. Поэтому СК – работа. Болею, отдаю всего себя вот там. Я смотрю на мяч, смотрю на игрока, смотрю, чем это все закончится. Я не смотрю на эмблему. Так вышло. Когут, тренера, все же понимают, это люди... Вчера они в этих футболках играли, и они везде кричали, там, Днепр, любовь, все. И оно так и осталось. Сейчас другого варианта, к сожалению, не придумано. Поэтому есть как есть, і опять же, это уже робота. Слухай, ти почав прізвище згадувати. На твою думку, кращий трансфер СК Дніпро 1 у сезоні? Піхальон. Чому? Ну, це голова команди зараз, да, це стержень, це Дніпр з Піхальонком і Дніпр 1. Да, так. Без Піхальонка. Это разные команды. Поэтому Пиха – это, наверное, все-таки самый топчик. Святкуєш кожну перемогу взагалі команди? Чи нема на це часу? Ну, перемога, і ви там… Ти не спортсмен, тобі можна святкувати, чи ні? Да, нет, ну как, конечно, эмоционально настроение в порядке, работается легче. Вот. По поводу святкуєш? Ну, можливо. Раніше святкував, зараз ні. Вже не той вік? Чи просто процес роботи не дозволяється? Скажімо так, я своє відсвяткував. Угу. Красиво, красиво. Є випуски твого проєкту, за які тобі соромно? Да. Вони давно були? Да. Угу. Чому соромно?
не понимал внутреннюю кухню, был со стороны. Це досвіду не вистачало, да, ще. Ага. И опять же, они были сверхэмоциональные. Почему? Потому что ты смотрел только вот узко. Есть Днепр, он всегда прав, все остальное говно. И не может быть иншого. Вообще никогда. Ага. Вот. Потом ты начинаешь смотреть более когда углубленно, когда уже там, ну, нет закрытых дверей и все остальное. Вот. До сих пор приезжаешь... Там, на матчі там, Шахтіором, страна там косяться. Там. Ага. Ну, я жорстко іноді проходився. К нему можна відноситися по-разному. Ну, то, що це топ. Як футболіст? Питань нема. Чоловічні характеристики, ми ж теж смотримо, болельщик обычно, он же смотрит по телевізору, да? Вот. Но ті ж футболісти Дніпра обнімаються, цілуються. То есть ми смотрим на матчі, коли вони там за горло друг друга берут, то есть все сырна такое, там, или з Києва хтось, ну, неважно. Mm-hmm. Вот. Но все-таки футбольний мир, он отличается от того, що видять люди по телевізору. Ну, звичайно, існує бекграунд. Вони просто зайшли у підтрибуне приміщення, і там вже щось, як чоловіки з чоловіком. Є щось непримиримое. То есть сейчас там... Ну, где-то эту роль Колос там занимает, тоже там по определенным моментам. Но футбольные люди понимают, о чем я говорю. Да, у нас есть три команды, там Ворскла, Александрия, Колос, которым очень много вопросов с точки зрения честности футбольной игры. И Колос за это сейчас страдает в Европе. То есть я не говорю о футболистах сейчас, да, они просто выходят и играют, да. Я говорю о том, что если посчитать очки и все остальное, какими методами это все делается для того, чтобы команда, президент же сказал засуха, да, это наркотик Европа. Угу. И он как наркоман будет делать все, чтобы команда поднялась куда? Опять же в Европу. А по игре они готовы туда? Они готовы? Вот поехали и получили. Раз, два, три. Все. То есть они пострадали от самих же себя. Ты весь сезон шел, уродовался там, грубо говоря, и уродовал в том числе своих оппонентов с помощью там... Звичайно. Да? Ты забрал эти 8, 10, 12 очков, поднялся в Лигу Европы, и в итоге ты приехал, и тебя там хлоп, и вся Украина ржет просто с этого всего. Ты за вот этим туда шел? Ты почему не, ну, если ты уже зашел в УПЛ, почему не потратился на нормальных футболистов, которые могли давать результат честный, чистый и так далее? Чтобы потом выйти, вот так, как Днепр. Днепр страдал от своей честности. Если бы тот же Коломойский хотел, чтобы Днепр был чемпионом, я уверен, Днепр уже 5 раз был чемпионом, если бы он этого хотел, если бы он играл по правилам футбола. Ну, вот. Можно по-разному к нему относиться, но никто никогда в сторону Днепра, ну, по крайней мере, там... Ну, да, ничего такого не предъявлял. Никто! Не вот у меня когда бывают споры там с теми же ребятами, с Колоса и со всем, и все остальное, я говорю, вы своему президенту спросите у него, почему вас хейтит. Или только Днепровский вас хейтит? Нет, вся Украина. Заходим в Google, футбольный клуб Колос. Поезда поехали, там разные скандалы и все остальное. Да? Поэтому... Есть вопросы, и иногда, даже не иногда, а очень часто я понимаю, как я начинал, там, с трибун или с пресс-ложи, с этой мыльницей и все остальное. И потом, когда ты понимаешь, что такое футбол изнутри, ты даже жалеешь. Почему? Потому что там у тебя были эмоции, понимание там... Шести футбольные. Да. А здесь иногда ты приходишь на игру... И понимаешь, что футбола тут, к сожалению, будет очень мало. И этого никто не боится. И наостанок. 3 найкращі футбольні знайомства у твоєму житті. З ким? Вживую. Сон. Эдуард Сон. Я объясню, почему. У меня внешность сейчас немножко поменялась. Но в школе я краской, гуашью рисовал себе 9 номер. Ага. Меня дразнили корейцем из-за... И у меня действительно кумир был Эдуард Сон. Вот. И спустя какое-то время, ну, я представить себе не мог, что я с этим человеком вот так буду сидеть, общаться, разговаривать. У нас есть проект, периодически мы запускаем «Легенды великого клуба».
И мы с ним вот два часа, ну, то есть каждое слово ты ловишь и так далее, а потом где-то через час ты понимаешь, ну, господи, ну, это обычный человек, он интересен, он также шутит, также оговаривается, то есть, ну, это, блин, это такая эмоция, тебя аж прет. Вот. Это, наверное, все-таки на первом месте. Ротань. Угу. Руслан, да. Да. Згоден, згоден. Человек, ну, тоже топ. У нього аура. Я перший колись от Петровича, так, був то есть... на прес-конференції, просто самі обставини круто було. Он, я не буду скрывать, был сложный момент, и довольно-таки продолжительное время он просто подставил плечо. Не из-за этого, потому что в программе 10 лет Ротань участвовал, там, может быть, полгода, но вот именно тогда, когда нужно было, он действительно подставил плечо, причем сам. Угу. Да, то есть он узнал там где-то через какие-то знакомства, что проект закрывается, там не хватает какой-то там истории. Ну вот, набрал, и я ему за это признателен, но не за это. Это человек, когда, вот даже когда все плохо, он понимает, что у тебя есть твоя работа, все прошли мимо, там, Андрей, нет, Андрей, не сегодня, там, туда, или на эмоциях даже где-то грубо, да, ты потом подходишь, что это было. Там вот все эмоции. Вот. И ты вот сидишь, там тоже за голову взялся на корточках в этой миг-зоне, сидишь, смотришь, что-то не идет, а тебе надо что-то дать. Берешь этот микрофон, включаешь, Руслан, вообще без вопросов. Никого не видно. Команда там, грубо говоря, обосралась. И он капитан, он выходит, позже был такой же Кравченко, то есть Серый в любой момент никогда не... Сейчас Логинов. Как бы плохо не было. Вот, всегда есть такие люди. Вот, и третий. Да я не знаю, да, ну, каждое футбольное знакомство, оно что-то несет для тебя. Поэтому вот, вот эту трешечку, да, на третьей позиции я хочу... Нехай знаешь, как будет, нехай еще третьего ты не зустрешь. Да, или так. Ну, все-таки, вот ты каждому человеку благодарен, с кем ты встретился. Там опыт, там негатив, там радость, там какая-то эмоция. Вот, поэтому вот, наверное, всем по чуть-чуть, потому что каждый вносит в эту футбольную теле историю, там, интернет-историю, свою лепту. Ну, все люди, пусть даже там полслова он что-то крякнул, да, ну, он тоже... Тоже что-то принес. Що ж, друзі, це був проект на Спортику, і ви повірте, всі футбольна історія, якщо ви просто навіть дивитесь його з дивану своєї квартири. Ще побачимось.